Всем привет! Хочу рассказать вот про такой шуруповерт фирмы Райдер. Ну, это, скорее всего, в общем-то, какой-то китайский производитель. А что хочу сказать? Ну, во-первых, удобный, быстрый патрон. Это электрический гайковерт. Ну, вернее, шуруповерт, простите. Преимущество, что не нужно думать о батарейках. Можно крутить и не думать, что разрядится. Патрон быстро зажимной, можно как сверло, так и, соответственно, биту какую-то зажимать. Особенность его в том, что есть вот переключатель скоростей. Это медленное, это быстрое. Сказать, что плавно, прям приятно плавно работает, не могу. У меня был другой фирмы аккумуляторный, он как бы лучше. И преимущество одного перед другим познается только в сравнении. Регулировка усилия работает. Вот можно поставить сверло. Ну вот дерево сверлом 6, длинное. Он, конечно, патрон, правда, буксовал. То есть сверло зажимало, а дрель крутилась. Но, тем не менее, усилие присутствует, так что вполне все нормально. Вот я проверил. Тут щетки. В комплекте есть запасные щетки. Соответственно, есть лево-право. Реверс, есть кнопка фиксации. Провод хороший, длинный, 10 метров. Вот крыша. Ну вот это достаточно много. Тут у меня 21 лага. В каждую лагу по 8 саморезов. Вот с двух сторон уголки. Ну вот закрутил, пока все работает нормально. Вот у меня здесь как раз не хватает со второй стороны. Сейчас это прям сделаю. Закручиваю саморез. Можно посмотреть, как срабатывает. Ну вот, ограничитель сработал на 11. Вполне хорошо затягивает саморезы. Это 4 на 50 в дерево. Так что рекомендую. Недорогой по сравнению с другими фирмами, брендами. Мне понравилось, работает нормально. Что еще нужно от инструмента? Долговечность проверяется только со временем. Всем удачи!